Все здесь сырое. Сейчас на крыше там вообще, наверное, сосульки висят. Прямо на чердаке. В том году ее сели. 4 года назад управляющая компания «Наш дом» поменяла ветхую крышу на новую. Через год у жильцов начались проблемы. Шифер старый. 5 сделали, шифер нет, чтобы сделать железо. Или чтобы снег-то слетал. Они ничего не сделали неправильно. Что это сделали? В суд на них писать? Из-за постоянной влажности хозяин не может сделать ремонт. Так и живет с пятнистым потолком. А вот что мы обнаружили в другой квартире. Мокрый потолок и набухшая известка. У соседей Андрея ситуация еще хуже. Люди вынуждены подставлять тазики. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но все без толку. Написали письмо в прокуратуру и в нем указали, что отвечают жителям на вопрос о ремонте крыши. Техник подвинул, что крыша сделана качественно. Качественно. Ну, это Саня подтвердит. Ответа из прокуратуры пока нет. Ситуацию прокомментировал директор управляющей компании «Наш дом» Андрей Попов. Черночная разводка нагревает кровлю крыши, образуется наледь. Ежегодно эти работы нами проводятся, то есть этот лед убирается, и эта проблема-то снимается, понимаете? Мы сейчас проведем завтра эти работы, то есть наледь эту уберем, но запланируем, сейчас будет весенний осмотр дома. Техники пройдутся, запланируем ремонт этой крыши. Сдержит ли обещание управляющая компания? Мы обязательно вернемся в этот дом, где крыша то ли есть, то ли нет. Валерия Алферова, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».